Micromax Q458 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на нем, полностью его выключаем. Выключим и стоим, зажимаем одну из комбинаций клавиш. Это может быть плюсы питания, может быть минусы питания. Вот зажмем на нем плюс и питание. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорелся, заставка хвай, питание бросили, а плюс продолжаем держать, пока не появится зеленый робот. Чтобы попасть дальше, нужно нажать питание. Питание сработает вверх, вверх не сработает. Попробовать нижние сенсорные клавиши. И последняя комбинация – это питание зажать и коротко нажать вверх. Значит, появилось у нас рекавери. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset. И нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Попали в следующий пункт. Здесь куча строчек новые, одна строчка yes. Я выберу любую строчку новую, потому что мне нет необходимости его сбрасывать. Я его сейчас буду прошивать. А вам выберу строчку yes, delete, low user data. Выбираете, он начинает делать сброс. Внизу побегут строчки. Последняя строчка будет data wipe complete. Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как вы все доделали, он перекинет вас в предыдущее меню, с которого вы начали. А в нем вам нужно выбрать первую строчку Reboot System Now. Вот так вот, видно вам будет. Значит, несколько моментов, которых нужно знать до того, как вы будете делать все эти сбросы, все эти там какие-то манипуляции. Значит, на Android 5.1 и выше необходимо выходить из учетной записи Google, иначе сработает FRP-блокировка Google, вот раз. А во-вторых, этот сброс убирает лишь мелкие косяки, типа забытого графического ключа, каких-то мелких ошибок. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Выбираем Reboot System Now, он у нас перезагружается, дольше обычного будет включаться, 5-10 минут включится чистый. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.